будем рассматривать обязательно на весну, начало лета, строительство на этой дороге, той, которая должна быть, с тротуаром, по всем нормативам, которые положены. Поэтому дорога будет построена обязательно. Ну, постоянно, после дождя размываются вот ямы, получается, вот этот гравий, он растаскивается по всей дороге. Вот. Единственное, конечно, вот, что напрягает, это яма. Особенно, когда здесь стоят машины припаркованные, вот вечером люди приезжают с работы. У нас вот здесь стоят машины, вот, с той стороны стояли, пока вот не было вот под тротуар сделано у нас. Вот, и, ну, очень сложно разъехаться бывает. Как бы, да, было сказано, что здесь проходит теплотрасса, и якобы здесь невозможно проложить асфальтированную дорогу. Вот. Но ко всем домам в городе дороги проложены, дороги асфальтированы. В нашем месте почему-то это считается невозможным.